Привет, это мы. Это мы находимся на автомойке. Подъезжаешь и сам моешь машину. Там вот бросаешь монетки, нажимаешь кнопочку, и потом уже она моется. Вот сейчас Костя просто обливает мыльной водой машину. Очень удобная вещь. Тут определенное время на монетку. Там, кажется, один злот, и это всего 30 секунд. Ну вот за вот эти вот 30 секунд надо успеть, конечно, все это вымыть. Но вот Костя сейчас не успел, потому что мы, наверное, не так часто моем. А тут надо было делать все быстро. А он хочет и помыть, и лаком помазать, и воском обмазать, в общем, все дела. Ну, так вот побаловать, конечно, можно. Да. Не так часто, конечно. Так вот здесь вот, в принципе, если очень быстро делать это, то можно за сравнительно небольшую плату, может быть, 1-2 злотых быстренько все вымыть. Вот. Но это нам нужна сноровка, конечно. Вот опять Кости не хватило. А, не хватило. Так, это просто вода. Теперь Костя будет дальше. Это просто вода была? Нет, это было шампунь. А сейчас что будет? А, сейчас ополаскивать, а потом будет воск. Костя так все основательно делает. Вот сейчас тряпочкой будет все это протирать. Хотя, в общем-то, тряпочкой не обязательно протирать. Но Костя будет протирать, наверное. Вот. А сейчас Костя вот нажал там номер 3, это там написано воск наносит, горячий воск. Ну не знаю, что там горячего, но как и как будет блестеть наша машина. Но будем надеяться, что будет чисто. Ну вот Косте все это нравится. Машину чистить, чтобы она хорошо выглядела. Вчера вот он ее пылесосил, стоял перед нашими окнами, но сразу подошел сосед один и сказал: вот зря ты здесь стоишь, потому что, говорит, если сейчас полицейский будет, то тебя обязательно, мол, это самое, схватит. Вот так интересно, значит, гадить в подъездах, это все можно, а вот как машину мыть, так нельзя. О, не вот там вот открывай. Сверху хотела показать, там парашюты сегодня целый день прыгают. Ну вот, наверное, не видно. Костя запретил. Я хотела парашюты снять. Смотри. Парашюты. Эй, Костя, парашюты мне не дал снять. Сегодня такой день хороший. Сегодня прямо ужасно хороший день. Солнце светит, так тепло. Я вот сегодня вышла, я аж прям вот... Ну, я ж прям вот удовольствие какое-то получила от того, что тепло. Я так устала, что нету солнца. Я так устала вообще от холода. Это не то слово, не то слово. Вот я не знаю, мне Костя не разрешает открывать. Я все-таки открою. Может быть, так видно будет. Сегодня целый день. Сегодня там вот парашюты. Вот там прыгает. Все, опять закрывает. Летает вертолет, и из вертолета выпрыгивают парашютисты. А вот тут вот далее, следующее, вот тут написано, что это отхужач, то есть это пылесос. Здесь тоже за определенные монетки, вот туда вот кидаешь в эту щелочку, вот, и можешь пылесосить внутренности своей машины. Вот тут вот такой вот этот шланг. Вот его берешь и пылесосишь.
Вот. А здесь вот эта вот штучка такая вот тут сверху лежит, это мерить давление в шинах тоже. Ну, давление в шинах здесь мерится бесплатно. Никаких монеток за это бросать не надо. И вот так вот это вот очень удобно. Тут же прямо мусорка стоит. Выкидываешь все ненужное в мусорку. Все дела, все аккуратненько. Цивилизация. Это вообще заправочная станция. Заправка. Ну, мы здесь редко бываем, мы заправляемся как-то в другом месте. Ну вот сегодня просто заехали сюда помыть машину. Вот. А вообще сегодня очень хороший день. Синее небо. Облачков практически нет. Вот. Очень хорошо сегодня. Хороший день. Завтра боюсь, что будет дождь. Хоть бы его не было. Так будет, потому что помыли. Потому что помыли. Вот да. Посмотрим. Раз помыли машину, значит дождь будет. Костя ходит, ходит, ходит. Моет, моет, моет. Ну вот так вот. Очень хороший сегодня день. Когда солнце и настроение хорошее, и кажется, что все будет хорошо, и никаких мыслей дурацких в голове нету. Вот что значит, когда есть солнце? Цените солнце, цените каждый солнечный день.